Здравствуйте, друзья. Вот, как бы, сегодня я буду смотреть видеоролик GTA сам ютубера. Пока что сам не знаю какого, но точно знаю, что он снимает на проекте Arizona RP. Но тут встает вопрос, мол, вот Arizona RP, все замечательно, топ-1 проект в GTA сам, там, в мире и так далее. А на сервак-то на какой идти? А я вам и отвечу. Феникс. Самый первый сервак, то есть никуда не нужно идти, он тут, он прям рядом с вами, по айпишнику в описании переходите, вводите мой никнейм Данте Коннор, вводите мой промокод NoToxic54 и делайте все прочие вещи. Вот, значит, сегодня я буду смотреть видеоролик GTA сам ютубер, есть сухарики Хрустем, вот. Давайте начнем. Сегодня у нас GTA сам ютубер брат Ок, вот, то есть, ну, вот я, как бы, вот, а вот брат Ок. Вот, давайте его посмотрим, то есть 8 минут, купил аккаунт с Lamborghini за 350 рублей, оказывается, что это до сих пор, типа, выстреливает, стреляет и так далее, что это кому-то, типа, ну надо, давайте посмотрим. Всем привет, в этом видео я буду покупать аккаунты в Сампе за 100 рублей, офигеть, за 350 рублей и за 1000 рублей. А можно шрифт еще более говно? Окей. Посмотрим, что есть на этих аккаунтах, и, кстати, хочу напомнить, что покупать и продавать аккаунты. И можно еще в битрейте, вот, блять, еще похуже, потому что это просто пиздец, сейчас мне, типа, ну, не совсем пиксели в глаза лезут, ну, типа, рано или поздно, Аризоне, я думаю, нельзя. Они залезут. Я это снимаю в целях развлекательного контента. Офигеть. Большое спасибо за 111 тысяч подписчиков на канале. Ебануться, у него 111 тысяч. Где мои-то, блядь? 11 тысяч. Если ты вдруг еще не подписан, то, пожалуйста, подпишись. Помоги мне достичь 150 тысяч на канале. И не забудь поставить лайк. Всем желаю приятного Достичь. И погнали. Офигеть. Не, интро, мое почтение вообще. Итак, первый ак за 100 рублей. Давайте зайдем на него. А где пруфы, что ты его купил? Типа, а может, ты его вообще не купил? Может, ты чисто так... Ну, чисто там попросил Стаса создать. Может быть такое, я думаю, да. Поэтому вот. Я думаю, что вот такая хуйня. Поэтому вот так. Смотрим, что там есть. Заспавнился я в балласах, я так понимаю. Да я подписался уже, нахуй ты мне еще раз тыкаешь. Как у меня 57 тысяч вир. Какой офигеть. Какой я ран в этой организации. А у 7-й, ничего себе. Нормально. Давайте выйдем отсюда. У меня 15 уровень, неплохо. Угу. Давайте посмотрим, есть тачки, /cars. У вас нет личного транспорта. Офигеть. Понял? А ну, set spawn. Может, дом есть? Установить дом местом спавна. Вы не проживаете в доме. Офигеть. Хорошо, давай посмотрим статистику. Что тут у нас? 2 бит. Биткоина есть. Денег в банке 70. А что за биткоин? Новая валюта какая-то, что ли? 5к. О, давайте инвентарь глянем. Что тут в инвентаре? Да фигища. Лопат, фотоаппараты. Офигеть. Короче, ничего особого. Ак за 100 рублей. И тут, ну... Типа, ну я не знаю, 15 левел, 7 ранг, вертов вообще нет. Админ, ну да, бывает. Я купил ак. И выйти из игры. И погнали смотреть следующий нормально ак. Ты. Ого, я тут заспавнился, серьезно? Ну ладно. Следующий ак за 350 рублей. Давайте войдем в него. Я заспавнился сразу же, получается, Форт Карса нет, и значит здесь высокий левел. Браток, ты же брат мой. Так сказать, у Балабанова. Груз 200, кстати, смотрите, отличный фильм. Так вот, почему нельзя показывать процесс покупки? Я ничего не понимаю. Есть. У меня на руках 3,5 ляма. Вот такой скин. Это скин Вузи. Окей, у меня здесь 20 левел. Так, ну дома, скорее всего, нет. По инвентарю, что у нас тут? Так, есть 10 азекоинов. Ничего себе. Давайте отлично обменяем. Это у нас что? Эффект X4, я так понимаю. Это у нас костюм попугая. Офигеть. Давайте наденем. Нормально, что? Вот такой костюм попугая. Но он, кстати, стоит где-то, наверное, 300к, не знаю. Он дешевый, насколько я знаю. Думаешь? Есть, кстати, переносной ларек. О, лол, получается, фишки. Погнали обменяем. Сколько здесь? Погнали. Интересно, сколько это вертов? 200 я приехал. Тысяч, давайте сейчас обменяем, посмотрим. Давай обменяем. Будет у нас на руках 200к. Плюс 18 лямов. У меня 21к верт на руках есть. Кстати, нормально, давайте посмотрим, что тут у нас по улучшениям. Вообще нет. Давайте купим вот это улучшение за 850к. Потом еще купим вот это, чтобы можно было подавать объявки. Давайте посмотрим теперь статистику аккаунта. Здесь, в принципе, ничего особого. 18 лямов на руках, 20 азекоинов. Даже титанки нет, ничего. Но, по-моему, здесь должна быть тачка. Lamborghini Ur. Вот это нормально. Давайте ее сейчас загрузим. Она на автобазаре.
сейчас поеду за ней. Да, поедем. Блин, давайте в репорт напишем, посмотрим, помогут ли админы. Ну, да, мне помогают обычно. Принялся за репорт. Давай сразу скажем, можешь меня на АБПЖ, братанчик. Чё скажет? Поможет он мне, нет, этот хелпер? Нет, говорит. Ну ладно. Вы просто не представляете, как жарко сейчас. Где я живу? Да вообще пиздец. 32 градуса. Хотя ебануться. Недавно было 35. Ты чё, в Казани, ли? Браток? Давай сходку сделаем там, сам понимаешь. Если ты в Казани. Если не в Казани, давай не будем делать сходку. Градуса в вашем городе. У меня прям жарище. Давай, давай, 32 давай. 32 в Казани. Не заезжай. Так, я приехал к своей ламбе. Она тут припаркована. Не, в принципе, нормально, чё. И чё, неплохая. За сколько её, интересно, можно продать? А, стоп, она ТТшная. Это ТТ. Охуеть. 591 км пробег. Я, конечно, всё понимаю, но почему на автобазаре вообще никого нет? Такого, наверное, никогда не было на автобазаре, чтобы вообще никого не было. Максимум, ну, вон там, есть люди. В 3 часа ночи, в 4 часа. То какой-то игрок подбегает. Бро, привет. Не знаю. Ты заебался этим сообщением. Уведомление выключи, блядь, дебил. Чем можно продать ламбу? Он не знает. Ну, она дорогая. 30 плюс, думаю, говорит. Неплохо. Тогда смотри, что я могу сделать. И сколько, если будет, если я солю в ГОС, то мне дадут 8 лямов 750. Оп. Все. ГОС? Да. Лучше бы мне продал. Да не, лучше не надо, а то купленного АКа не то. У меня на руках сейчас 27 миллионов. Я написал в репорт, посмотрим, что админы сейчас как отреагируют. Сказал, что вы мне тпхнули. Ламбу, если там продать за лямов 30, то у меня было бы где-то 50 кака. Ну, неплохо пойдет. А мне нормально админ тпхнул. Здрасте. На собеседование, охуеть. Он зафризил. Ну и зачем? Что, молчим? Я спешу. И ушел Африка. Нормально. Нормально. Можно сделать, например, селфи. Вот. Вот так селфи сделать. И селфи на память сделали. А, фига. Дядь, ну что тебе надо? Скажи, что тебе надо? Денег? Я дам тебе их. На тебе деньги, на тебе. Возьми. Все, заспавни. Админу дал. Меня. О, чё? Прикол? Это прикол какой-то? Да. Но, скорее всего, это просто админ первого уровня, поэтому он не смог проверить. Это должен, да, делать админ побольше уровня. У него нет возможности просто, поэтому он меня заспал. Так разве админ первого левела может тпхать? Ну, это хелпер, ребят. Ладно, погнали на следующий аккаунт, ребят. Самый дорогой ак, который за сегодня я покупаю, это ак за 1000 рублей. Ну, нужно ебануться. Посмотреть, что здесь. Я почитал описание, и сам владелец сказал, что здесь, в принципе, достаточно много имущества. Ну, погнали, посмотрим. Я заспавнился в доме. Это уже радует, это уже меня радует. Инта кайфовая, классная. Это, да, классная. Квартира, я так понимаю. Можно войти. Может, в гараж. Дом? Это дом? 73-й левел. Гараж вообще просто золотой. Смотрите, какой гараж. Подвал есть с вентиляцией. Ну-ка, что за подвал? Вам отключили электроэнергию, оплатите коммуналку. А, я не смогу, да, сейчас в подвал зайти? Надо будет потом проплатить и зайти. Может, там есть... Это дом на ВВ? Продавец? Офигеть. Не написал, что там дом на ВВ есть? Это очень большое удивление, потому что в описании было написано... Премиум VIP 70 плюс левел, фулл семья, форум скины, акса 3КК плюс машина. 73 левел, 180к, деньги на тебе. Бля, зухарики закончились. Статус, они есть минимум. Это отлично, он стоит 6500 АЗ коина. По улучшениям здесь что? Вечный кар скилл, планшет. Смотрите, какие улучшения. Нормально. Здесь неплохо. Вот это улучшение бизнесмена, оно за АЗ коин, если не ошибаюсь. Подожди, может тут есть бизнес? Без инфо? Ну-ка. Не-не-не, это уже было бы слишком, наверное, думал. Стоп, а карс, машина же должна быть. Да, машина есть, инферм, загрузить машину. И он говорил, что на этой машине есть модификация, которая стоит 50 лям. Фьючер такси. Посмотреть. А вот и Инфернус. Я не знаю, это модификация такси. Я не знаю, горит 50 кака. Да, наверное, она. Наверное, да, не знаю. Напишите в комментах, кто шарит, сколько это модификация. Такси же можно работать, значит, заебись. У этой тачки 7200. Ну, довольно много на самом деле. Фам-меню. Нормально. Семья, управление семьей. Охуеть. Тут спавн-домом. Дома можно? Вы не проживаете в доме. Это вообще какой-то другой игрок. Понимаю, ребят. Я-то думал, это его дом на ВВ. Ладно, получается, здесь Инфернус, плюс это модификация, по его словам, это 50 кака. А тачка 7 кака. 57 кака стоит это все, да? А, инвентарь еще не посмотрели. Пиздец, плюс так у него миллион здесь... виртов, там рублей 30, наверное. Улучшения есть разные там. Это наёб, конечно. Я хочу посмотреть, это информация о семье. Лидер семьи, вот, да. И он говорит, что Фому можно продать за... лямов 300. Ну, мне кажется, вряд ли можно за столько продать. Ну, что-то, лямов, бля, за 150. В общем, хуйня. Я не знаю насчет этой темы, сколько можно продать Фому точно. Кто ебать, шарит, его продавать можно. Ебать, на Резоне так дохуя всего, а чё я не играю, блядь.
виртуальная это вопрос, блядь. Что тут у нас? Бумбокс. Далее это у нас iPhone X. Это снова тоже костюм попугая, как на прошлом Маке. Ладно, на первой страничке. Может, это попугай на плечо? Больше ничего такого нет. И на второй страничке, что вот это такое, мне интересно. А, понял, домкрат. Да вроде больше ничего такого тут и нет. Давайте Launch Control. Пошло, пошло. Оп-оп-оп-оп-оп. И сразу сейлкар давайте. А чё, если слить ГОСТ, то дадут 9 миллионов 100. А, да, эта машина, значит, дороже стоит. Топа, если снять ебанус модификацию. И теперь... А, все равно 9 лямов 100 дадут. Ну ладно, давай сольем ГОСТ. Здорово, админы. Кстати, вот симка еще здесь неплохая, смотрите. Ну, так, и теперь все эти три аккаунта я сейчас за продажу вирт. Надо ВК. Какая продажа вирта там, блядь? Там не продажа вирт. Это у нас первый игрок. Там продажа аккаунта. Это у нас второй игрок и третий. Ну как-то так. Надеюсь, вам понравилось видео. Не забудьте, охуеть, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на канал. Ну конечно, подпишемся, брат. На мой можешь лучше подпишемся. С вами был Кекста, браток. И всем до новых встреч. Браток, сестренка будет там, нет? В общем, ребята, Arizona, Roleplay, Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, все в описании.